Государственной общественной организации Санкт-Петербурга. Но в ходе награждения вы услышите, что именно в какой степени нам оказала поддержку. В нашем фестивале принимают участие кинолюбители Российской Федерации. И это, конечно же, творческие люди. Кто-то из них актер, кто-то из них режиссер. Ну, спасибо, говорю я. Потому что действительно у нас начинается кинематографический фестиваль. Слушайте, не думал, не гадал, нечаянно попал. Да. Время без неспешения. Настя! Настя! Где Настя ходит? Борис Иванович. Идите сюда, идите сюда. А это кому? Это я воды налил. Костя! Настя! Как говорится, на один зубок. Да, да. Вы понемножку, по три капли. Ну, конечно. Гип-гип, ура, гип-гип, ура, гип-гип, ура, ура, ура. Надо было стакан выпить. А вот так, Наталья, близко. Да ладно, нормально. И все недостатки будут просматриваться. А где? Их нету. Слушайте, вы вообще замерли прям. На 40 годах вот просто остановились. Тебе осталось? Да. А, налили? Сейчас налью. Сейчас налью. Слушайте, какая красивая бутылочка. Какие штопочки. Набрасывайте штопки. Да, спасибо. Вы вас есть. Свадьбу праздновать. Не говори. В этих стенах. Слушайте, вот товарищу. Вот тебе куда? Нет. А это мою? Бери. Слушайте, а что-нибудь мы можем спеть или сказать? Ну-ка, есть такое? 10 минут песенка, нет ничего? Я скажу. Давай, да? Ой, давайте, давайте, давайте. Поздравляю вас всем, что мы здесь имеем счастье присутствовать над нашим старейшим кинолюбителем, который имел счастье в этом решении. А Ирина Николаевна? А вот мужчина стоит с стаканом из горла. Можем за вас. Спасибо. Ура! Ура! Долгое лето. Долгие лето. Все получили. А вот же. Долгие лето. Да. Лето. Мы вас любим. Мы вас любим. Ирина Николаевна и Лазарь Исаакиевич. Тихо, тихо. Будем считать, что вы прошли испытание, и ваше, наконец, супружество засвидетельствовано вверху. Здоровья вам! Спасибо! Ура! Осталось еще много. Так, я тоже хочу снять. Потрясающе, да? Это самое здание. Слушай, какой ты был когда-нибудь здесь, а? Нет, и я тоже первый раз. Ты посмотри, какое потрясающее здание, да? Где они? Кто они-то? Вот они выходят. Вон выходят. Вон. Слушай, иди аккуратно, так скользко. А, ты чтобы вместе поехать, да, мама? Ну да.
Держи, Ирина Николаевна, очень скользкая.